Здесь растут грибы чешуйчатки. Чешуйчатки очень интересные грибы. Раньше их мы не жаловали, но я и сейчас не хочу ими заниматься и не буду, оставлю другим грибникам. Это модные грибы уже в течение нескольких лет. Их люди любят. Некоторые не знают, срежут, бросят. Другие потом подойдут через день-два. Смотрю, уже нет срезанных, уже одни только ножки голые. Люди стали узнавать, что это съедобные грибы-чешуйчатки. Эти грибы нужно отварить минут 5, воду слить, потом еще раз отварить до готовности. А готовые они бывают, когда осядут на дно. И раствор, ну то есть вода станет прозрачной. Потом можно их заправить маслом, луком, чуть-чуть уксусом и съесть. А можно пожарить. Они на вид получаются как мармеладные. Плотные-плотные такие. Ну, не жесткие, но как бы полупрозрачные, но крепкие. Коричневенькие, красивые внутри. Очень хорошие. Красиво выглядят. Необычно в блюде. Можно и в салаты добавить. Сейчас попробую срезать какой-нибудь. Покажу, что там получится. Вот у них пленочка, как у паутинника. Ну, их очень много в интернете. И я показывала на своем канале, как они выглядят. Это молоденькие. Вот. Вот такие пластиночки там внутри. Хорошо. Ну ладно, раз я его срезала, я его заберу. Что ж он будет тут пропадать. Добавлю куда-нибудь целиком. Так. А если их отварить, они так красиво смотрятся, можно их отварить, чашечки целиком, потом сделать начинку внутрь и запечь. И так можно, но не буду я этим заниматься. А вообще-то идея крупных взять несколько, точно, так я и сделаю. Так я и сделаю, сделаю деликатес. Все на этом. Вот пока снимала, мне повезло придумать такое себе развлечение.